В Абхазии подсчитывают бюллетени избирателей, которые проголосовали на выборах президента. Официальные результаты ЦИК обещает объявить ближе к полудню, однако в штабах кандидатов уже говорят, второй тур неизбежен. На пост главы государства претендовали 9 человек, однако по предварительной информации ни один из них не смог набрать более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Сами выборы признаны состоявшимися, итоговая явка превысила 56%. Голосовать можно было и на территории России, в Москве, и в Черкесске, и, как заявляют международные наблюдатели, на всех участках выборы прошли спокойно, без серьезных нарушений. Везде были 3-4 наблюдателей от разных кандидатов. Мы спрашивали, везде есть ли какие-нибудь жалобы кандидатов. Нет, нигде не было жалоб. Надеемся на то, что кто бы ни был избран, все участники выборов признают эти результаты, не будут делать попытки, как это иной раз бывало в Абхазии, возбуждать страсти. По предварительным подсчетам голосов лидерами гонки являются 3 кандидата. Действующий президент Рауль Хаджимба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аржба и лидер оппозиционной партии Алхас Квициня.